что ж, снова всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Дарид, и мы продолжаем играть в игрушку «Хищные машины. Искаженные мечты». Так, что можем купить в магазине? Ну, в принципе, тут ничего не будем покупать. Вот это уже четвертая серия, всем, кто нравится, ставьте палец вверх, а те, кто не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Вот, ну а мы продолжаем. Значит, 13 у нас уже левел. Играем на среднем уровне сложности. Окей. Не, ну тут ничего не будем брать. Тут как подпрыгнул. Слишком много шестеренок. Хочется взять их всех. Пора уже сваливать отсюда. Еще одна аптечка. Еще серёнок тут много. Давайте возьмем аптеку. Может быть осторожными. Так, легко их всех побеждаем. И по-хорошему нам бы еще одну часть аптеку. В принципе, достаточно. Ну-ка, давай сюда. Премиума нам не хватает всего лишь по две. Две синие и две фиолетовые. Вот. Это крутых улучшений. Еще пока что колеса можно прокачать. И так, за достижение давайте заберем шестеренки. Скоро с вами купим регенерацию бомб. Четырнадцатый левел. Напоминаю, играю на среднем, все уровни на среднем, на средней сложности. Заморозка. Тут, по-моему, с одного удара это все разбить. Заморозка крутая вещь.
Да как так не взять это? Это же пипец какой-то. Как так можно? Походу его опять заморозка. Так, ну это нам на руку. Мне всё-таки не до жизни сейчас покачать. Так, забираем достижения. Прокачиваем регенерацию. А на здоровье нам не хватает. Давайте на пушечку прокачаем. Она стала еще мощнее в два раза. Так, левел. Левел 15. Фух. Сейчас будет нам нелегко, ребят. Продолжай. Ничего не берем, пока что не тратим. Как тебе достали машины, они не скользят, не могут. Взяли и зажали меня. Нет, назад. Все, наверх поднялся. И сколько у меня много уже гранат? Это регенерация. Когда нужно почаще пускать их. Значит, я знаю, восстановить здоровье. То есть так и сделаем. У меня еще две было восстановилки. Зачем мне сейчас здоровье нафиг не нужно? Это если что, возвращаться назад. Да, там-то взрывную волну отталкивает, а тут я понимаю, что не отталкивает. И тут как-то не канает. Не котируется. Да. Благо у нас сейчас гранат довольно. Сколько много шестеренок? Обалденно. Вот собираем все. Так. Собираем.
Нам всего лишь одну фиолетовую нужно и одну синюю, чтобы мега крутую тачку заявить. Давайте здоровье на максимум прокачаем. Отлично. Так, ну что ж. Финальный босс. Так, используем все бонусы, потому что они нам пригодятся. Он такой непростой босс, сложноватый. Стараемся не жалеть бомб, избавляться от любой опасной угрозы. Стараемся не проходить, наверное, босса надо все-таки убить. Как много шестеренок, блин. Нет, тут надо было мне босса подождать. Где что? Как будто бы удирает от меня. Ладно, еще вернемся к нему. Надо ближе к финишу держаться. Так, давайте прокачаем вот эту характеристику. Отлично. Вот новая установка для колес. То есть, по сути, мне уже не надо колеса прокачивать. Забираем достижение. И ракета. Ракета нам 1000, нужно 50. Пока что мне нету. Чем прокачаем? Давайте нитро прокачаем. Попытка номер два. Так, берем по бонусу. Ух ты, довольно-таки быстро едет. Надо будет потом бонус использовать. Сколько шестерен? Thank you.
мне надо будет в какую сторону полететь, потому что... Уж хрен, это достал меня. Кто-то пролетел как пуля. Что, неужели победили? По-моему, да. Это было круто. Так, мы теперь лутаемся. Мега крутые. Все-таки нам сейчас надо гранатку покачать. Бомбу. Да. Ну и останется там нам не так уж много пройти, только последний. После дома тоже будет не пройти. Так, все, выбираем. Это круто было. Так, ух ты, новые. А, это, видимо, нитро, да? Взяли. Да, нитро. Так, также за босса получаем. Прокачиваем новую гранатку. Максимальное здоровье. Ух ты. За 2300 можно плюс 120. Позже. Так, ну что ж, на этом можно будет закончить. И в следующей серии мы с вами продолжим. С вами был Дарит, ребят. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.